Водохранилищу новых жителей. Радостная новость для рыбаков. Сегодня в Киевском море выпустили почти 100 тысяч мальков. Их везли 1500 километров. Напомню, зимой на Киевском водохранилище погибли тонны рыбы. Экологи предупреждали, восстановить природное богатство будет очень сложно. Поможет ли массовое заселение спасти экосистему реки, знает Кирилл Евсеев. 1000 тонн рыбы выпустят в этом году в Днепр. Первую партию на специальных машинах привезли из Херсона. Всего 5 видов рыбы. Здесь судак и амур, толстолобики и карпы. Впервые за 20 лет в Киевское море выпустят полугодовалую стерлядь. Эта рыба входит в Красную книгу. В Днепре ее почти не осталось. И вот теперь этот уникальный вид решили возродить. Ихтиологи говорят, браконьеры выловили в Днепре почти все. Многих видов рыбы практически не осталось. А на стерлядь устроили настоящую охоту. Она высоко ценится на рынке, и поймать ее в Днепре – большая удача. Браконьеры ловят ее из-за черной икры. Стоимость там порядка $2000 за килограмм. По словам чиновников, рыба в Днепре возле Киева самостоятельно почти не размножается. Ей мешают плотины гидроэлектростанции. Они перекрывают путь к местам нереста. За 20 лет независимости мы тільки були користувачами, тобто виловлювали, але нічого не робили для того, щоб риба відтворювалася. І на даний час стан водойм та водно-живих ресурсів на такому стані, що вони самостійно відтворюватися не можуть. Это событие – настоящая радость для экологов. Без рыбы, говорят они, состояние воды ухудшается, а выпущенные амуры поедают водоросли. Значит, река станет чище. Кирилл Евсеев, Вадим Ревун, подробности, телеканал «Интер».